Приветствую вас на канале Камбиринг Камчатка. Сегодня я хочу поделиться 10 самыми яркими запоминающимися встречами с касатками за 2021 год. Будет интересно, не переключайтесь. 10 место. Совсем неожиданно на входе в Авачинскую бухту в условиях плохой видимости мы встретили трех касаток, совершенно беззаботно играющих друг с другом. Столько прыжков и хвостов за полчаса видеть нам не доводилось. 9 место. Касатка шла прямиком на нас. Хоть поймать телефоном место, где она покажется, сложно, но оператор справился. 8 место. Стая показалась далеко от судна, занырнула и пропала. Однако один из туристов заметил, как 4 касатки прошли прямо под нами, и показал направление их движения. 7 место. В первый же день комплексного тура капитан вывел нас на 7 касаток, встал на пути их движения и заглушил двигатели. Благодаря этому туристы смогли увидеть 4 красавиц на расстоянии 5 метров. 6 место. Счастливая группа туристов смогла наблюдать сразу за 5 касатками. Было ужасно страшно и безумно интересно. Под нами! Держитесь крепче, я боюсь. Это меня палка, вот это, ребята. Кто сказал, что 2 редкость? Кто сказал, что 2 редкость? Там 4. Их 4. Их тут 4, а там еще одна. Пятое место. Параллельно катамарану Беринг в течение получаса плыли мама с теленком. Малыш резвился, прыгал, но от мамы не отходил. Четвертое место. Целая семья из 9 касаток прошла рядом с катамараном Гросс. Казалось, можно было протянуть руку и дотронуться до них. Третье место. Касатка в погоне за лососем подошла к катамарану Гросс, и нам посчастливилось наблюдать процесс охоты прямо под кораблем. Не кричите, отпугнем. Вы как это, как дети. Вон, под нами прям. Он рыбу гоняет. Привет, Вилли! Второе место. Самец с опущенным плавником, за что его и прозвали Вилли, проплыл рядом с катамараном Беринг, хлопая хвостом, приводя в восторг наших туристов. Это порадовал, так порадовал. Привет! Красавчик! Привет! А это уникальные кадры, когда касатка проявила искреннее любопытство и подошла к лодке вплотную, глядя на нас. А если касатки вам еще не надоели, тогда кликайте на следующее видео, наслаждайтесь просмотром.